И главный выбор нашей героини. Какому врачу она доверит свое здоровье? Для тех, кто не может выполнить даже самые простые упражнения, есть специальный аппарат для принудительного похудения. Ирина, выходите к нам, покажите фитнес для ленивых. Здравствуйте! Это роликовый тренажер. И вот это вот вы видите, деревянные бамбуковые палочки. Сейчас они будут крутиться вокруг своей оси и производить массаж. Клиентка сама может регулировать интенсивность этого роликового массажа. Что он делает? Он влияет на подкожно-жировую клетчатку, разбивая жиры. Ну и как? Что вы чувствуете, Александра? Саш, как? Сейчас взлетим. Массирует? Да у вас кости там. Можно также подключить инфракрасные излучения, которые будут обогревать. Для этой процедуры обогревать не надо. Это будет тепло, вам не будет жарко, это будет приятное тепло, которое нам поможет расщеплять подкожно-жировую клетчатку. Подогревается что-ли там? Конечно, там внутри есть инфракрасный излучатель. Но вообще же мы Елене должны были делать, правильно? Да, я объясняю, что я никак Елене не могу предложить, потому что она находится в постоперационном состоянии. Но вообще она ваша пациентка, да? А вообще это наша клиентка. Особенно то, что у нее пятимесячный ребенок, ее не кесарили, она рожала сама. И как раз вот такие молодые мамы в таком весе приходят к нам. И что делает вот этот... Вы видите улыбку Александры? Вам приятно? На этом тренажере мы можем, кстати, предложить вам попробовать руки сделать. На этом тренажере можно делать внутреннюю поверхность бедра наружу, спинку, плечи, даже ручки. Екатерина Викторовна, а какие противопоказания могут быть? Ведь вроде обычный массаж. У вас что-то вызывает опасения? Несомненно. Любое физиотерапевтическое оборудование, что было в ФК, проводились под очень пристальным вниманием подготовленных людей. Либо коучеров, которые имеют такую специализацию, либо врачей. Потому что, несомненно, могут быть и побочные эффекты. Благодарю вас. Но мне кажется, можно уже заканчивать на этом. Я просто хочу показать еще одно упражнение, чтобы вот на вот эту часть рук, что вообще наши клиенты, это клиенты с избыточным весом в основном, которые приходят и только начинают работать в активной зоне, таким людям сложно сразу взять тот объем, который необходим. И поэтому в основном они проводят вот в этой зоне, только руки оставляют.